Нина Парамонова увлеклась интересной книгой и не заметила, как пролетело время. Какая она молодец. Нина Парамонова, 20 лет, библиотекарь, студентка-заочница, не замужем. Мне бы стать такой. Нинка, а ты дома? Опять любовные романы читаешь? Ты ужин приготовила? Любовь Сергеевна Парамонова, 45 лет, продавщица на рынке, вдова. Мамочка, извини, пожалуйста, сейчас все будет готово. А ты хочешь пока чайку выпей? Давай тебе... Все дома сидишь, дубина. Толку от тебя никакого. Не можешь ужин приготовить. Так найди богатого жениха, чтобы он тебе кухарку нанял. Мам, ну опять ты о женихе богатом. А что, неправда? Ты посмотри, какой вечер хороший, а? Умные девчонки по танцулькам, по дискотекам, а моя дома сидит на кровати с книжкой. Так всю жизнь просидишь в уголочке. Ни мужа не найдешь, ни работы хорошей. Ой, да лучше бы мне было аборт сделать, чем такую клушу рожать. Ну в кого ты у меня такая дура? Не иначе, как в папеньку. Моя мать просто изводит меня своими упреками. Одеваюсь я не так, встречаюсь не с теми, выгляжу не так, как хотелось бы матери. Так бывает. Иногда родители готовы любить только такого ребенка, какого они себе придумали. Вы знаете, мне кажется, все гораздо хуже. Моя мать просто возненавидела меня после смерти отца. Он умер, когда мне было 8 лет. Тогда-то и выяснилось, что все свое имущество он завещал своей первой жене и ее детям. Он был гораздо старше матери. Он профессор, она студентка, у него училась. Можно сказать, что она-то и увела его из семьи, когда забеременела мною. Ну, если все так, как вы предполагаете, то вполне возможно, что маму интересовало профессорское благополучие, а вы были средством его достижения. А потом благополучие не случилось, вы свою функцию не выполнили, вот она и злится. На следующий день Нина возвращалась с работы. Во дворе ее поджидал Алексей, бывший одноклассник, который был влюблен в Нину со школьных лет. Тебя жду. Давай прогуляемся или в кино сходим. Алексей Ужов, 22 года, слесарь на заводе, холост. А то уж 100 лет нигде не были. Опять во вкусах не совпадем. Тебе все стрелялки подавай, а мне бы лучше мелодраму. Ниночка, дорогая. Ну, я же тебе уже все объяснила по поводу Алексея. Ну, какие у тебя могут быть интересы с этим слесарем? Да с ним же, кроме как в пивной бар, и выйти нельзя. Веди себя достойно, дорогая. Ты же профессорская дочка. Тетя Люба, почему так стали обо мне говорить? Мы же с Ниной еще со школы дружим, и проблем не было. Тетя Люба. Любовь Сергеевна я. А какое еще может быть о тебе мнение? Пойдем домой, дорогая, я тебе новое платье принесла. Будет хоть в чем встречаться с людьми твоего круга. Сейчас я из тебя красотку сделаю. Ну, хватит манежиться-то, ну. На рынке у Светки эти платья с руками оторвали. Я тебе последнее прихватила. Ну? Ну, смотри, наконец-то одета хоть красиво, как положено молодой девушке, а не как старуха. Возьму тебе билет в ночной клуб. Пригласишь кого-нибудь из подружек, хоть разомнешься. Мам, мне не нравится это платье. Ни в какой клуб я не пойду. Буду ходить туда, куда считаю нужным. Это в пивной бар, что ли, со своим слесарем? Ну, правильно. Там такой недотроги, как ты, самое место. Да пойми ты, мам, у меня есть свой вкус и свое мнение. Мне не нравится это платье. Да нет, это не я, пойми. Это ты пойми. Я тебе добрые советы даю. Оденешься красиво, понравишься нормальному мужику, а не слесарю. Да я не хочу быть такой, как ты, мама! А это какая я? Мам, ну я же помню, ты была интеллигентной женщиной. А как только устроилась работать на этот рынок, ты стала говорить и вести себя, как малограмотная тетка из потомственной семьи алкоголиков. А из-за кого я на этом рынке-то оказалась, а? Кого я кормила-то, неблагодарная? Ой, Леша, как хорошо, что ты пришел. Да я это...
Во дворе не успел сказать. В кино комедия новая. Может, все-таки сходим? Да, да, конечно, сходим. Ты зачем явился? Кто тебя сюда звал? Да ты что, не понял, что я тебе сейчас на улице сказала? Да я не явился. Так, зашел на минуточку. Ну, хотел Нину пригласить прогуляться. Пиво на лавочке пить? У тебя дружков для этого дела нет? Ну, почему пиво? Хотел в кино пригласить на комедию. Не смей сюда приходить, Нинку с толку сбивать. Что ты ей можешь дать? Ничего. Ты ей не пара. Нин, ты тоже так думаешь? Лёш, я думаю, что тебе сейчас лучше уйти. Слышал, что Нинка сказала? Она умнее тебя, все поняла. Нин, я, конечно, сейчас уйду. Но я буду ждать, когда ты меня позовешь. Хоть всю жизнь, поняла? Как трогательно. Нина уже месяц не виделась с Алексеем. Он сдержал слово, ждал, когда она его позовет. Но после скандала, устроенного матерью, Нине было стыдно ему звонить. Извините, девушка, я вас не испугал? Станислав Витковский, 25 лет, рекламный агент, холост. Не подскажете, где здесь поблизости есть хороший супермаркет? А, супермаркет? А что вы растерялись? Я же не маньяк. Просто снял квартиру в этом доме и ничего вокруг не знаю. А супермаркет там, через дорогу. А хороший супермаркет? Кстати, меня зовут Стас Витковский. А вас? Нина. А давай на ты. Я просто хочу пригласить тебя в бар, тут поблизости. Извини, но я сегодня вечером занята. Не получится. Ну, так никаких проблем. Пойдем тогда, когда тебе будет удобно. Вот, держи визитку в честь нашего судьбоносного свидания. И как я могу тебе позвонить? Ой, а ты знаешь, у меня нет сотового. Просто мне некому звонить. Ну, теперь будет кому звонить. Давай номер городского. Ну, хорошо. Давай. Ну что, Ниночка, как у тебя сегодня день прошел? Сильно устала? Все нормально, мамочка. Слушай, а я сегодня, когда с работы шла, видела, как ты стояла недалеко от нашего дома с каким-то симпатичным мальчиком. Мам, да я... Ну что ты язык проглотила? Глупышка, ну я разве против? Да наоборот. Конечно, на симпатичную девушку должны обращать внимание молодые люди. Да он просто спросил, где находится супермаркет. Правда, потом еще в бар приглашал. Но я отказалась, сказала, что сегодня вечером занята. Ну вот. Ну и чего ты комплексуешь? Ты что, хуже других? Ты профессорская дочь. На тебя что, не может клюнуть классный парень? Мам, ну я правда сегодня не могла. Он оставил мне свою визитку и ушел. Ну вот. Я думаю, что тебе стоит пообщаться с этим молодым человеком. Как, кстати, его зовут? Стас. Да, он приятный. Вот, и позвони ему. И сходи с ним в кино. Или в бар, в который он тебя приглашал. Слушай, а хочешь, мы тебе купим сапоги на шпильки? Нина встречалась со Стасом почти неделю. Он все больше нравился ей. Ничего, милая. От двух глотков хорошего мартини еще никто не летал. Научись ловить кайф от хорошей выпивки. Нина. Леша. Привет. Знакомьтесь. Стас – это Алексей. Это мой школьный друг. А Леша – это Стас. Он снимает квартиру в соседнем доме. Ну, привет, школьный друг. Слушай, нам надо идти. Пока.
Нина Парамонова после смерти отца осталась с властной деспотичной матерью. Любовь Сергеевна мечтала обеспечить себе безбедную жизнь, выдав дочь за богатого человека. Она прогнала Алексея, влюбленного в Нину со школьных лет, сказав, что слесарь не пара профессорской дочки. Вскоре Нина познакомилась со Стасом Витковским и увлеклась им. Знаете, я в растерянности. У меня чувство вины перед Алексеем. Он мой друг детства, он меня любит, но мать всегда была против наших отношений. Якобы слесарь мне не пара. Я его люблю, ну, правда, чисто платонически. Мы дружили раньше, но теперь я встретила Стаса Витковского. И мне хочется верить, что я встретила любовь всей своей жизни. Самое главное, что мать довольна и перестала меня пилить. Так, оказывается, самое главное, это не то, что Стас – любовь всей вашей жизни, а то, что мама довольна. Тогда на что же вы жалуетесь, если вы готовы влюбиться в кого-то, только чтобы мама была довольна? Нина продолжала встречаться со Стасом. После очередной приватной вечеринки он пригласил ее к себе домой. Держи. Угу. Если бы ты знала, как я счастлива. Стас, я тебя так люблю. Ты знаешь, мне скоро уходить, но мы ведь увидимся сегодня, правда? Стас, а ты? Ты любишь меня? Ну вот, началось. Ну с чего я должен тебя любить, а? Нет, ну... Ну как же, ну мы же с тобой... Послушай, послушай меня. Если я лишил тебя невинности, то любовь совсем ни при чем. Я просто подумал, прикольно с тобой приударить. Ты все такая... Скромница, девственница. Вот я и подумал разбудить в тебе женщину. Стас, ну, это какая-то шутка, да? Стас, я буду тебе хорошей подругой. Ты же знаешь, я готова ради тебя на все. Ты понимаешь это? Стас. Да. Слушай, если бы я знал, что с тобой будет такая канитель, я бы твоей маме сразу отказал. При чем здесь моя мама? А это она попросила меня с тобой поухаживать. Понятно? Слушай, иди. Надоело. Где ты была? Вчера вечером после клуба мы со Стасом поехали к нему. Прости, мамочка, что я тебе не позвонила. Просто я была на седьмом небе от счастья. Доченька, да говори, что случилось, ну? У нас все произошло. А потом утром он оскорбил меня и выгнал. Сказал, что я надоела. Вот поганец. Ну ничего. Значит, теперь они у нас в руках. Мам, так это правда? Что? Правда, что ты это все подстроила? Господи, ну да. Я действительно попросила его, чтобы он за тобой приударил. Ну, я же хотела, чтобы ты стала нормальной девчонкой, а не старой девой.
Да ты знаешь, кто у него папа? Если с ним породниться, можно на 3 поколения вперед себя обеспечить. Мама, да ты просто монстр. Попридержи язык, а? Ты мне всю жизнь еще благодарна будешь. Просто надо его вразумить. Я знаю, что у тебя есть его визитная карточка. Давай ее сюда. Мама, да хватит. Тебе мало того, что ты уже натворила. Молчи, сказала, я знаю, что делаю. Несмотря на протесты Нины, Любовь Сергеевна позвонила Стасу Витковскому и настояла на их встрече. Ну, знаешь что, дорогой? Она тебе девственницей досталась. Порядочные мужчины не бросают таких девушек. Да еще утром, после первой же ночи. А предлагают им руку и сердце. Мы с вами об этом не договаривались. Вы просили о другом. Да как тебе не стыдно? Нина – дочь профессора. Потомственная интеллигентка, порядочная девушка. Плохо же вы цените порядочность своей уникальной дочери, раз просили меня с ней переспать. Да не переспать, пошляк, а поухаживать, понравиться ей. Но ты же ей понравился. Она же с тобой на женщину стала похожа. Мама, ну перестань. Ну почему похожа? Просто стала женщиной, как вы и просили. Моя дочь станет для тебя сказочно хорошей женой. Мы не невесты в платье с вещевого рынка не нужны. Мне другие планы на жизнь. Ну ты наглец. Да если порядочную девушку приодеть как следует, она ж всех твоих девок за пояс заткнет. Ну и одеть вы ее хотите за мой счет. Ваши интересы грубо материальны. Мама, я тебя прошу, давай уйдем отсюда. Да ну пойдем. Ну вот что, мальчик-мажор. Я ведь знаю, кто твой отец. Сейчас позвоню ему и такое устрою. Одумайся по-хорошему. Я бы на вашем месте этого не делал. Посмотрим. Мамочка, ну я прошу тебя, ну не надо звонить. Давай уйдем отсюда, ну мам. Так, ну все, хватит. Мне надоел этот цирк. Давайте-ка, уважаемая, сэкономим ваши деньги и мое время. Я сам позвоню отцу. Алло, пап, привет. Слушай, тут очередная невеста требует сатисфакции. Мог бы поговорить. А, нет-нет, на этот раз мамаша. Ага, давай. Василий Петрович, это Любовь Сергеевна. Ваш сын совратил и бросил мою дочь. Она пыталась с собой покончить. Чего вы хотите? Если он не женится на Нине, это станет достоянием общественности. Я пойду в полицию и добьюсь возбуждения уголовного дела за изнасилование. У вас нет ни свидетелей, ни доказательств. Если вы не хотите скандала, заплатите нам отступные. Сумму можем оговорить сейчас или при встрече. Я могу подъехать. Я сам позвоню в полицию и заявлю, что меня преследует особое действие, которое подпадает под статьи «Шантаж, попытка вымогательства». И тогда не берусь сказать, кому из нас хуже придется. Убедились? Понимаете, дело в том, что мой отец никогда не даст мне породниться с быдлом. Надумала? Да не стоит твоей жизни, этот подонок! Ты у себя одна, у тебя все еще будет хорошо! Ну ты же говорила по телефону его отцу, что я пыталась это сделать! Так вот, это чтоб-то не лгала! Терпеть не могу, когда лгут! Да, просчиталась я. Не думала, что можно быть такими тварями. Ну ничего, еще не все потеряно. Еще можно на него заявить. Мама, я окончательно убедилась в том, что ты монстр. Я больше не буду жить по твоим правилам. Я так больше не могу. У тебя не будет иждивенки.
ума сошла. Да не волнуйся ты, травиться больше не буду. Я должна прожить свою жизнь, мама, а не ту, которую хочешь ты. Я сделаю все, чтобы не сидеть у тебя на шее. Мать Нины Парамоновой мечтала выдать дочь за обеспеченного человека. Однажды Нина познакомилась со Стасом Витковским и увлеклась им. Но на следующее утро, после любовного свидания, он сообщил, что Нина не нужна ему и что он ухаживал за ней по просьбе ее матери. С помощью шантажа Любовь Сергеевна попыталась заставить Стаса жениться на Нине, но из этого ничего не получилось. Девушка хотела покончить с собой. Мать вовремя остановила ее. Я не ожидала от нее такой подлости. Она цинично пыталась продать меня, будто я не ее дочь. Я пошла с матерью к Стасу в надежде на чудо, что у него взыграет совесть. Но его циничные речи просто добили меня. Почему, собственно говоря, у него должна была взыграть совесть? Он ведь вас не насиловал, ни к чему не принуждал. Вы сами ошиблись. То ли потому, что он красиво ухаживал, то ли потому, что очень маму хотели ублажить. Вопрос в другом. А почему вы так легко решили, что вы влюблены? Но я не могла предположить, что увлечение может закончиться так пошло. И кто ж такое предполагает, хотелось бы знать. К тому же это все равно не ответ на мой вопрос. Я приняла решение уйти от матери. Правда, денег на съемную квартиру у меня нет, но зовет к себе Алексей. А я мучаюсь от того, что я предала его. Ну, скажем честно, это тоже не ответ на мой вопрос, а ответ надо бы знать, чтобы вы в следующий раз не вляпались так же глупо. Привет. Привет. Так, со своими я договорился о том, что ты переезжаешь жить к нам. Они рады. Ты им всегда очень нравилась. Я тебя люблю и делаю тебе предложение. Мне надоело оглядываться на твою мать. У меня нет матери. Не ожидала. А вы зачем пришли? За Ниной. Она переедет жить к нам. А мать спросить не забыли? Алексей, я ее никуда не отпущу. Леша, ты подожди меня внизу, хорошо? Я как буду готова, тебе позвоню. Ты все-таки уходишь? Отойди. Ты больше не будешь мной манипулировать. Я больше тебя не боюсь. Ниночка, да пойми ты. Ты ж пропадешь с этим слесарем, вот тебе не пара. Потому что из его родителей ничего нельзя вытянуть при помощи шантажа? Да нет же! Просто ты образованная девушка. Давно ли для тебя образование стало синонимом позора, мама? Ниночка, ну прости меня, я не должна была просить этого Стаса. Не упоминай при мне его имени. То, что ты сделала, это за гранью добра и зла. Господи, да я ж не для себя, дочка, для тебя. Я не хотела тебе моей судьбы. Вот ты меня попрекаешь, что я была культурной, а стала хабалкой. Ты думаешь, мне это нравится? Да не в культуре дело, мама. А дело в том, что я для тебя товар. Все, решение принято, я его не изменю. Не уходи. А я не так хотела уйти, мама. Но ты сама виновата. Прошел год, как Нина ушла от матери к Алексею. Доченька. Нет, ну так нельзя. Все-таки она твоя мать. Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
Здравствуйте, Алексей. Как живете? Как внучку назвали? Соня. Красивое имя. А что же вы ко мне в гости не заходите? У вас с Ниночкой ребенок родился, а я его еще не видела. Я внучке купила кое-что. Зайдите, а. Ну, давайте я сама подарки вынесу. Я ведь от чистого сердца. Мне так хочется внучку понянчить. Постойте здесь буквально минуточку, ладно? Я сейчас. Ну, хорошо, Любовь Сергеевна. Постоим, дождемся. Леша, мы с Соней тебя дома подождем. Ну, ей сейчас и так нехорошо. Ты видишь, как она изменилась? Ну, прости ты ее, а? Леш, я тобой горжусь, правда. Ты смог ее простить, а вот я пока не могу. Все-таки, на мой взгляд, нет ничего в нашей жизни мудрее языка. Вся эта жизнь представлена в языке во всей своей глубине, сложности и при этом невероятно честно. Ну вот прислушайтесь, легковесный человек, легкомысленный человек. Почему именно легкость оказывается в языке синонимом несерьезности, отсутствия собственного мнения, каких-то нравственных принципов? Давайте поищем ответ на примере Нины из нашей истории. В сущности, она понятия не имела, чего хочет, да и мнения-то собственного у нее ни о чем и не было. Именно поэтому кто угодно, хоть мать, хоть Стас, мог подвинуть ее какую угодно сторону. Ну, собственного веса ей не хватало, знаете ли. А вот если бы Нина была наполнена чем-то очень важным и значимым для нее, ну, например, собственными мыслями или собственными желаниями, то заставить ее подчиниться было бы уже далеко не так просто. Так что получается, лучшее лекарство от легковесности и легкомыслия – это иметь что-нибудь по-настоящему свое.